От всей души поздравляю сотрудников телеканала Омск ТВ с 5-летием с начала вещания. Это праздник и ваших телезрителей, для которых вы работаете в круглосуточном режиме 7 дней в неделю. Амичи точно знают, что выбрав 22-ю телекнопку, они попадут на авторские телепрограммы, на собственное интересное видение, на экспертное мнение уважаемых людей. Сама отношусь к числу ваших зрителей и точно знаю, что иногда журналисты вашего телеканала работают, что называется, с колес, пуская в эфир сюжеты, отснятые буквально несколько минут назад, а иногда прям ведя репортаж с места событий. Безусловно, именно это позволяет жителям нашего региона получать новости, что называется, из первых уст. А основное, по крайней мере, точно важное достоинство телеканала в его креативных, молодых, творческих сотрудников, которые имеют собственный взгляд на вещи, но при этом умеют транслировать очень достоверную и точную информацию. Кто-то из мудрецов сказал, что есть два величайших изобретения человечества. Одно – это книгопечатание, которое усадило людей за книги, а второе – это телевидение, которое оторвало их от них. Безусловно, талантливому телеканалу «Омск ТВ» это простительно. Поздравляю вас с праздником креатива, творчества, интересных идей, быть мудрыми, думающими, смелыми и объективными.